Запись пошла, блядь. Ну, быстро собрались, кстати. Да, быстрее, чем первый. Чем в прошлый раз. Мы верили в победу, блядь. И мы ее получили, блядь. Да, это получается весь первый состав просто твинами. Ну, блядь, не весь. Тут и из первого состава, он Вадикон, допустим. Не знаю, можно себя считать за первый состав. Осталось только рейды про товаром начать им тешить. Для полной коллекции. Это внучок, свитбопс. Вы тут, Диси? Ага, красавчики. Заебись, что роги снимают. Прям, а то иногда идешь, блядь, 5 рог в рейде, блядь, все ловушки не сняты и всем похую. Привет, кстати, всем. Здорово. Здорово. Здоровенько. Да, сука, ну нахуя было нерфить вот эту чарку, нахуй? Ну мне так нравилось, она откдешилась, блядь, ее по 3 раза подряд нажимал. Сука. Вот поэтому и занерфили. Да-ка нахуй нерфить, ну оно так интересно было играть. Сейчас играешь как робот опять, блядь, 1-2-3, 1-2-3, блядь. Так хоть какой-то, сука, азарт был, блядь, тыкаешь, сидишь, блядь. Короче. О, нихуя, фаермаг. Так это кто получается? Синтек. Ну, Буряу надо слот еще. В принципе. Ну, не в Диси. Надо это. Кто может, короче, написать этому диссолюту, короче, это хэприст этого Спокмана. Уточнить, как будем делать слот Буряу. Ну, надо прям сильно или может потерпеть. Ну, в плане того, что на замене посидеть, почилить. Так как... Рейд фулл собрался, а еще Биг Дэм на замене есть. Если кто-то ебанить будет, сразу с, ну, с вишнем. Целка. В дис там залетайте, напишите там. У кого ассист есть, чтобы в дис заходили. Короче, кто новенький. Перед нами стоит очень простая задача, блядь. Закрыть на фулл целка с РС-кой. И имейте в виду, если вы хотите играть на постоянку, то завтра для этих же людей, кто сейчас в рейде, ну плюс-минус один, там 2-3 тела, состоится рейд ТТГ ГМХМ-25. Эти 4 рейда на постоянной основе будут водиться. Вот. И таких рейдов в гильдии получается, то есть, ну, один состав, второй состав, 8 рейдов, эти обычки. И из этих 2 рейдов лучшие люди выбираются по ДПСу, по скиллу, выбираются и идут в геру. Вот, так что не теряйте свой шанс. Также те, кто любят играть твинками, там, какими-то другими персонажами хотят поиграть, что-то новое попробовать. У вас есть возможность научиться играть, там, танковать, еще что-то. И вот, например, если у кого-то есть опыт танкования за ДК, там, не знаю, за еще кого-то запало, делайте. Танки одеваются легко, быстро. Ну, в плане, если будет танк, который умеет играть, его можно легко провагонить. Так, вот рыба, ставьте шкаф. Инсика в Диси уже. Зубраджина еще нету. Чек на АФК. А, и новенькие. Аддон и ПГП лутмастер качайте. Чтобы видеть, что там это самое. Я не помню, на других делал, нет? Зубраджина нету, блять. О, бидон. Бидон, у тебя чё, на РС-ку нету КД? Ой, блять. Ты целка РС ты был? А, вижу. Ты не был целка РС, да? А то я забыл, блять. Четверг ты не был, да, бидон? Все, понял. Так.
Ладно, ну сиди. Тебе надо что-то или ничего не надо? Ну, типа, может, с какого-то босса что-то надо, может, по ИП, если что, заберешь. Сиди пока, если это самое. Ну, у тебя вроде первое ИП. Кольцо? Откуда? С кого кольцо? С РС-ки, что ли? У нас много пугов? Да нет. Тут вон спор. У нас два человека, которых я позвал лично. Не в гильдии состоят. Электромужик, метамизол. Ну, серебро боешка. Ладно, это есть и рыбу, короче, фулбаф. Это самое. Инсика, ты тут, Диси? Братан. Не урони Войда, блядь. Давай частицу мне. Гримзол, давай. Играй щиты по Войду. Ну или как вы там, если вы распределились, то это. Пусть как у вас будет. Один по Войду, один по Хульдрингу. Все, чек на пул. На пул и на Войда, на звездочку. Ты будешь? МТС? Да, да, я МТС. Хорошо. Все готовы, дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Берсус пула прожил. Самое главное там, он хулипал на шипе, а все, сбили быстро. Самое главное с этих, слушай, выходите, все, изи босс. Там ребро, когда убьем, у кого аддона и ПГ плот мастер нет, новенький там, качайте себе. Я себе агро набиваю в лужу стою. Ну, в смысле, не агро, эту ярость. Дефицит. Последний рывок. Жду его в центре, короче, сейчас он ко мне пойдет. Потом разверну. Тофа, поводишь лужу? Что за лужи? Ты про ребро? Ну, на ребре, да. А там вон водит, кто-то бегает. Спасибо, Тоф. Что-то ДПС какая-то хуйня, а не ДПС. Хан 6000, ДК 6000, маг. Залупа полная. Ретрик 10. Сейчас будет в центр возвращаться. То же самое. Там, в принципе, если что, пару 5000 ДПСеров на Биг Дема заменить. А еще там кто-то был, блядь. К концу ближе там Сидре или чё.
Сейчас пока разрол пройдет, сразу не уфайтесь, там то аддон будет ставить. Чтобы сразу посмотрели, что выпадет. Вдруг кому-то что-то надо. И потом уже, когда убедились, что вам не надо, ничего там, на вас ничего не выпало. Тогда ставьте аддон. Потом уже трэш дочистим. Уже дальше пойдете нормально узнать. Самая удобная хуйня, что я видел, конечно, вот этот ТПК Блодмастер. Мне прям больше всего нравится. Видишь, блядь, все как на ладони. У кого чего одето, блядь. Вот, заебись тоже вот это время, когда он идет, блядь, скользит, он не дамажит же нихуя. Заебись тема вообще, блин. Так, сейчас я таблички эти нажму. Теперь кольцо, ступни. Тоже. Идея. Так. Этот самый, как он называется, щит. Сика. Так, кольцо. Так, зубрджин 10. Маг перепутал, наверное. Мелики, не подходить. Че, ханту это заебись, тапки будут? Скорее комбо, то или же дороги. Ну ханту, наверное, тоже норм. Да. Вы ссылочки на аддоны дайте. Дайте там ссылочки, у кого есть на этом в дискорде в аддоны зайди в раздел аддоны, там хорошие аддоны. Если роли нету, то скажи, как у тебя ник в диссе, там у кого есть возможность роль дать, участник там дайте роль. Зеленую. То есть, если у человека роли нет, он не будет видеть каналы. Посмотрим, Валкар. Ну, я так помогаю людям, кто в гильдии собирает посох, там еще какую хуйню. Вопрос в том, сколько этого надо, вещей этих. Кость, у тебя роль есть? Кинь, пожалуйста, ссылку. Роль просто дайте ему, он будет видеть. Окси-докси. Зайдите в гостинку, там история кидал пару дней назад. ПГП, ПГП, мастер. Да. Гостинку видят все. А, ну вот с твинами вообще подождите, потому что, блядь, каждому подряд твину, вот я, допустим, был бонсай маг, вот он, блядь, сколько я ему там 3DS отдал, ну это хуйня, конечно, но, блядь. Так что, вот этот твин, это все хуйня. Вот если у тебя мейн вар, и ты даешь 20-ку, я еще подумаю. Я тогда помогу. А то, что твины там, ну я тоже давай сейчас твина одену и начну, блядь, DS в него пихать. Надо это, чтобы было польза для гильдии, а не то, что ваш твинк. Ваш твинк, он может одеваться хоть 5 лет, хоть 10, ну это от вас только зависит. Бустить твина, в котором я еще не уверен, я не знаю, как ты играешь. Что буститься будут те, кто реально нужны. Если человек, например, пришел в обычку и начал там на сове 19к давать в говеном шмоте, то есть смысл его бустить, есть смысл его в геру брать. Покажите мне, пожалуйста, такую сову, блядь. Вон, Вадикон. Да, в говёном шмоте, да? Ну он не в говёном шмоте, блядь. Ну, я так как бы утрировал, блядь. Ну это тоже. Если люди давно играют, им не впадло помочь. Тем более, что мы этот DS все вместе выбивали.
Так, ну давай, короче, этот самый Good Games, слышишь ты в Дисе? Да. Ты, короче, будешь чалиться со стороны справа, где выходят два приверженца. Ну, вот где сейчас паук стоит, вот с этой стороны. Твоя задача будет грипать моба чисто с лестницы. Здесь танчит Holy Drink, звезде, и ты к нему грипаешь моба. Там 4 моба будет. Вот здесь, где кружок, буду я танчить. Здесь 2 фанатика, один приверженец, я их танчить буду. По трэшу, ну по трэшу давай, чё. Короче, в гостинке я что-то так и не нашел, бля. Да похуй, забей хуй, это самое. Слева в этом, в кружке, напуливают на Войда Давакин и Релакс. Напуливайте фанатиков, один лево, один право, там сами договоритесь. Подождите, я это разберусь там почти. Роги напуливайте в звездочке. На Holy Drink 4 моба. Ну и играем трэш, значит, первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Так, кто там говорил? Аня что-то говорила или что? Да все, разобралась. Чекните гостинку еще, командон нужен. Саня, я тебя непосредственно в дис кинул. Угу. Там аддон. Потом уже после леди поставите уже, давай, ну, чек. Да. Там... ШП в ядроса? Да помогает трэш, хули там, ну, типа это... Дашь там пытку разок, ну или, блять, хуй знает, там, эту, палец кинешь там на 2 моба и похуй, и бей тогда босса. Ну так, посмотри, если, ну, в куче, если звезде будет 4 моба, да, там, разок иссушения кастаней. Все это, гуляйте без отчета. То есть на чумку, да? Блять, вот, мистери, я тебя о чем просил, нахуй? Братан, блять. Грипать, а ну не было на лестнице. Хули не было, нахуй, а глаза разуть, если. Или тут нету, или я путаю что-то, блять. В смысле, да не было. Не, ты что, накурился, блять? Вот смотри, я ставлю сейчас треугольник, блять. Оттуда будет выходить моб. С лестницы. Ну, я посмотрел, не было там. Ну, блять, потому что, сука, он у меня уже, нахуй, сдохший лежит. Фанатик. Давай вот сейчас смотри получше. Тебе все равно ДПСить не надо здесь. Да, я понял, иначе провтыкал, погляжу. Трэш, 8 секунд. Вот смотри, сейчас из треугольника этот пидор будет спускаться, ты стой в звезде и грипни его в звезду из треугольника. Вот твоя задача. Я понял, понял. Вот увидел моба? Да, да, то я. Это у меня моб ебаный, нахуй. Разъебите там этого. А, это не моб, это наш. Это вообще пет, блять, лока. Я думал, это моб какой-то, блять. Я на него тоже сейчас повелся. Ну. Убейте пета. Что-то ДПС полная параша, блять. На сурке хоть 250 будет, блять, неинтересно. Или 280. Посмотрим. Или вы, блядь, банки не пьете, масло не мажете, или что там, блядь? Кнопки не жмут. 10 секунд, трэш. Ты не в сил противиться моей воле. Вот, сука, в каком, блядь, году, в каком тысячелетии перестанет лагать, блядь, ебаная игра, блядь. Никогда. Пиздец просто. Это Сирус. Давайте Геру переводим, босс. Геру, шаманы. Ты начнешь? Клава. Чё? Ару, ты первый? Ну да. Когда босс переведется, мана кончится, все на пылы на Войда даем. Роги и ханты, готовимся. Вот, готовимся. Так, давай на пулы на Войда. Сейчас я подберсую на ебашу. Уже один стак повесил, уже хуёво. Короче, там сам в омы не глянешь, как будет меня кто-то догонять, так и заберешь.
spirits. Он так для тренировки, типа, духи такие зеленые, блядь. В Гере, типа, один такой взрывается, это сразу рейд ложится. Могу почитать сейчас, кто с вас взрывает духа. Вот, смотри, дух летит. Смотри. На, Слава словил духа. Не, вроде не написала ничего. Ничего не взрывалось. Словил. Не, не писала ничего. Не знаю, в тебя влетел. Короче, предыдущие словили, вон, Холидрин, Диссолют, Внучок и Нашка. Вот, сейчас смотри, сейчас этот, сейчас электро... На поле дринка. Электромужик словил. Кинь по Валкару, он этот, как он называется, со льву. Духи, отбегайте. Они же могут ебануть вас. Они в одного здесь бьют. А в этой, в Гере они бьют по площади. Вот этот пидор явно за мной летел, да? Я прям чувствовал, блядь. Вот смотри, под стрелой, когда просаженный. Опа. Метамизол. Ты тут, братан? А ты еще не в гильдии? Давай, вступай в гильдию. Будешь учиться. Макаус. Да, ты это прекрасно знаешь. Макаус. Не, ну если тут... Вот, смотри. Рилли взорвал. Если тут хуй забивать, то, конечно, блядь. В Геру приходишь, блядь, будешь там, блядь, сидеть 5 дней, блядь. Ну, боежка выпала. Не пульте дракона там ебаного. Это, сука, отойдите, я не могу залутать, блядь, загораживайте. Не пульте дракона. Там мобы есть, короче, возле флаги, там вот их залейте. Вот этих мобов залейте. Не забывай, что у нас некоторые без аддона. И один человек пух. Так, а кто у нас пух, кстати, напомните, кроме Диссолюта? Это Мизол. Метамизол, это самое, будь внимателен, там если что-то выпадает на тебя, это, сразу дай знать, потому что я раскидываю побыстрее, блядь. Так, внучок, это тебе надо, короче, на тебе, в подарок. Блядь, что-то у меня тормозит аддон, блядь. Кольцо на танка надо кому-то? Так, инсика 50%, вон 100%. Паладин. Паладин, ты в Дисе? Который от этого... Ты не давал мне ничего знать там насчет того, что ты на этого ролишь, на танка. Так что танк у тебя оф, посмотри, ну, по умолчанию. А, и паладин тут. Пох. Трай тут. Да, да, это спокменовский. Короче, а. Пофиг тебе на кольцо, да? Ну, если что, ты на ретрика ролишь, чтобы я знал. Ага, все. Ча, это... Слава, осколок. Не, это не очкуй. Сейчас я добегу, не пульте только дракона. Сейчас я портанусь. Забирай. Ну все, добегай до портала. Стойте, не спульте только дракона, пускай Холидрин к нам портанется. Как портанешься, скажешь. А, уже спулили. Я понял. Понятно, блин, ясно. Хуярим дракона. Дети, скажите. Дайте ему там сало, косты позбивайте, блядь, чтобы он ходить начал, то он заебал. Стоит как копанный, да и похуй, короче. Я туда полетаю. Блядь, надо мне вторую чарку на мишку, нахуй. Крутить нету этих баджиков, нахуй. Хоть бы баджики, блять, как-то проще доставались. Все, дракона убили. Это надо жить. Самое простое это донат. Да пиздец, нахуй. Еще я, блять, че я, блять, долбоеб, что ли? Донатить, чтоб крутить, нахуй. Это же вообще пиздец. Донатить на рулетку. Это похоже вообще на казино. Дичь ебаная, блять. А великана бить будем или нет? Инструкция, нахуй. Пятая пати, вы не берете эти, не садитесь в пушки, вы остаетесь тут, это самое, хинти войда. Все остальные ранцы берите. В пушки идут, кто там, вот Гуднес идет, кто там еще, ну и три тела каких-то. Топ ДПСеры, не рвитесь в пушку, блядь, дамажить на дамага быстрее. Где там, блядь, ранец? Слава, ты на корабль? Да, я туда полечу.
Такс. Оставь мне ретрика, варчика здесь. Че там, квест на великана? Нет. Не, на чуму. Это на той неделе на великана был. Ну, Стропонск, оставайся тут, значит, на этом корабле. Ну и с ним оставайся, ну хуй с ним, внучок. Остальные все туда. Хуярим как можно быстрее мага. Это... Зубраджин. А после рейда мы что, бьем великана? А то мне что-то квест... Не, нахуй, ну, там выкидывает с игры. Отмени. Просто отмени. И возьми новый. Да. Тоже отменю нахуй этот. А, у меня, блин, даже отменить нельзя, забагалось нахуй. Я понял. На чему пойдете, возьмете. Не, ну просто я смотрю, возле входа стоит. А чё за хуйня? Раньше было нормально. На жопе, блядь, висел этот, как он называется, сука. Вот этот ранец. А сейчас вообще в спину воткнули, как говно какое-то, блядь. Что за хуйня некрасиво, блядь. Ну-ка, а как на коте смотрится? На коте как-то более-менее. Ну ебать, если бы у меня под таким углом стоял, я бы, наверное, блядь, 50 метров вперед просто корабль бы пробил, блядь, рогами своими. Паладины там бафы обновите. На дереве угарно. И по пушкам после заморозки кидайте кулак, каску там. Обновите каску. Кто там каски бафает, паладины? Стропон? Там Ретрик писал. Давай, Стропон, обновляй, пока делать них. Так, ну я не знаю, понадобится ли мне улетать, типа скидывать. Ну я, короче, полетел. Все, силы давайте хилим. Все, перелетайте туда, хули вы. Перелетайте, расхуяривайте там все. Он Макс сейчас выйдет через 5 секунд. Макалстер, бля, не сдохни нахуй. Кто тебя хуярит? Могу понять, блядь, тут тебя хуярит, блядь. Где ты вообще? Взрывы его. Эти пушки стреляют в него. Да я его что-то вообще не вижу, где он стоит. А, вон он, блядь. Вон около... Братан, Макалстер, блядь, ты тут? У тебя дед ранец? Полетный. Я понял, это самый Макалстер, вот... Ой, ладно, в пизду, короче, блядь. Тебе надо перелетать. Ну так а хули боя не могу-то, потому что надо было раньше девать. Вот иди сюда, вот где замороженные челики, вот с этой стороны, иди сюда, я сейчас метку поставлю, гайд, блядь. Вот иди сюда. Вот ромбик поставил, иди в ромбик. Видишь ромбик? Сейчас следующую метку поставлю, вот смотри, блядь. Вот в луну теперь и поднимайся. Ну, забегай на крыло, блядь, забегай. Это немножко не то, блядь. Ну вот это. Да, надо было на другое крыло, которое выше. Короче, вот сюда надо. Если обратно вернуться, можешь? Не, не можешь, нахуй. Где он? Я его не вижу, блядь. Короче, побегай-то, поизучай, нахуй. Сука. Сука, блядь. Лучшее решение. Блять, да я не на то крыло кинул, нахуй. Пацаны, а после равно вы у всех баг с камерой, блядь, или только мне так повезло? Не, знаю, все нормально. Я, короче, если чуть выше камеру отдаляю и поднимаю вверх, я могу за текстуры смотреть полностью. Короче, Макалстер, не знаю, попрыгай там, я хуй знает, блядь. Блять, смотри, прыгает, блядь. Ну понял, да, вот на верхнее крыло, которое не вот это, где луна, а где квадрат стоит, типа на него заходишь и с него спрыгиваешь вот туда, получается, на деревянное вот это говно. Сейчас тебе крестик. Прыгаешь с корабля и в тюленя, и тогда взлетишь. Вон крестик поставил, типа задача туда, типа прыгать, а он что-то не поставился. Ну где с квадрата вот поэтому, блядь. Вы мне уже там заряжаете, нихуя. Ты там спиной, что ли, стоишь? Или не нет, блядь, ебалом стою, ну пробиваю. Давай, что там? Гримзол уже поставил. Зубражин, давай тотем. Шалфир, дай на ману. И Вадикон залей по инсике. Инсика, давай там что, массакру какую-нибудь, блядь. Там штука осталось. Летите, наверное, обратно уже. Ничего не добьют, похуй. Портанет один. Короче, дубовую отдал, мне похуй.
И, короче, это жертвенный стадам. Все, похоже. К сундуку не подходить. Макастер, блядь. Правило номер один, блядь. На кораблях, блядь, одеваешь ранец, нахуй. Только до того, как корабль уже к другому прилетел, блядь, и начался бой. Ну, блядь, заебись, что ты одел, блядь. Можешь снимать, блядь. Он же для чего? Ну, я тебе просто показал, как перебежать просто немножко криво, блядь. Ебаный в рот, нахуй. Осколок. Ча. Прикольно, сапоги. Обоссанные сапоги надо кому-то? Сука, а чё мне лагает эта параша? Нет, вот эта, блядь? Кому-кому? Сапоги кожаные с духом. Вот мне, блядь, колечко охуенно. Кому надо вот это ебаное? Как оно? Сапоги? Кто говорил мне? Электромужик. Электромужик. Так. На, забирай, дарю. Видишь, какой я щедрый, блядь. Вступай в гильдию, духом. Будем тебе дарить. Эй, так, где, блядь? А, я понял, блядь. Он просто работает. Тогда не вступай. Я понял, сука. Это говно надо кому-то? Ладно, это на распыл. Кто там распыл? Хули дринк. Какое там? Ну это... Нахуй. Нахуй, да. Кольцо кастеровское. СПД крейт хоста. Этот самый... Я паролю. Ты не паролишь, ты в гильдии. У нас и ПГП, если чё. Вот смотри, вот здесь... Он вышел... Атон не поставил, наверное. Ну так, блять, у него нет ЕП, чтобы... Да там похуй уже. У него нет ЕП просто. Кольцо, ну, кинь это... на ролл. Кидаем ролл, все на кольцо. Метазол, кидай. Блять, хуй прочитаешь. Кидай. Кидаем ролл. Кто выиграет? Так, ну, вот он... Чё, он кинул... Сколько? 67? Всё, тогда по ИПГП. По ИПГП у нас первый Зубраджин. Всё правильно. Блять, у этого игрока нет места. Братан, Зубраджин, чё-нибудь выкинь там нахуй. Хуйню нахуй. У тебя там, блять, забиты, блять, рюкзак. Сука, вот я ставлю стол, потом вы, блядь, будете орать, как твари. Маги, поставьте стол. Маги, поставьте стол. Уже стол. Поставила, проебали. Не поставьте рыбу. Чувак, Слава, подготовился к 25-ке, полностью рюкзак забил. А, сейчас, блядь. Ёбаный в рот. Даю эту хуйню. Забирай. Так, проверка на пул. Смотрим, сука, замер, сейчас смотрим. Дай бог, кто без фласки сейчас играет или без масла, блядь. Я вам, блядь, покажу. Будете, блядь, сука, это... Долоране сидеть, блядь. Вот Чивс сейчас стоит. Так, Good Games. Чё тебе надо? ДД? Да, блядь, нету у меня ДД, у меня БКш. Я тебе БКш не дам, блядь. Сейчас я посмотрю, в ГБ есть там. Где-то было, по-моему. Сейчас, короче, нахуй, этот самый, бля, секунду. Да ёбаный, поставьте кто-то ГБ быстренько, блядь. Быстренько ГБ кто-то. Только не 10 штук. И скажите, когда поставите. А вот, всё, не надо. Так, а где у меня тут БКшная эта хуйня? Он у меня, блядь, где-то не здесь, сука. Точнее, ЛКшная. Ладно, похуй. Ну, масло тебе могу дать, надо масло? Давай, давай. Так, вот тебе масло, блядь, в подарок. Я пообещал его матери, когда она умирала. Ну это, ЛКшные, хотя бы, блядь, на твинов возьмите себе ЛКшные, блядь, банки, блядь. Не ходите как бичи, блядь. Для обычки ЛКшные достаточно. Ну, сопрот там на синдру будет, если что. На пулы, на войда готовим. Шаманы, поставьте кто-нибудь на миле атаку, скорость, что-то тотем. А чё, ДКшников нету? А нахуй нам ДКшники, блядь. Нихуя, я секунду был первый по ДПС, представляете, блядь. Чё-то пока ДПС хуйня полная, блядь. Thank you.
Ну, 270 сейчас вот разогнались. Это, видать, из-за трэша. Ну, с мобами нихуя не могу сделать. Ярость ебаная, блядь. Вот чё у меня... А, это как-то забрал он. Я думаю, хули у меня ноль ярости, у меня чё за хуйня? Трэш ещё забирал эту, блядь. Неудобно нахуй. Ага, надо таунтить себе, блядь. Хуёво таунт этот работает, блядь. Или у тебя так ограда хуя набирается? А ты бьёшь, хуяришь. И он агро набирается. Ещё и обогнать тебе надо. Ну, руну на танке это, конечно, вообще. Точнее, метка. Метку на танка кинул? Угу. Да. Ну, он на меня кинул. Хвайси. А ты в агролисте какой? Ну, сейчас первый. Ну, первый или второй я. Блин, странно. Но она на случайную цель кидает, она может на танка кидать. Неплохо, я шипы апнул. Чё это, 283? Ну, блядь, ладно, пойдёт. В принципе, можно всё закрыть это. Этим состапом. 21 тысяча водикон, нахуеть, да? Воля, осколок. Вы там мне МК дали. Ну, чё, второй осколок упал, повезло. Третий. А, третий уже? А ты эту хуйню одел? Эту хуйню одел водикон, которая 320 дамага, блядь? Я поменял чарку. А на какую там что выпало? Ну, я крутил, мне нужна совинная чарка, но пока что только крит накрутил. Нету больше у меня. А у тебя какой нету? У тебя на звездопад нету или какой у тебя? На звездопад есть, на второй с лучом нету. Блять, так падало живот, я рависту отдал, блять, как так-то не залутал? Ну, может, не было? Штаны, по-моему, падали, блять. А, были так штаны у меня со звездопадом есть, я ботинки забрал. 20-320. Сейчас буду крутить, чтобы этот луч выбить. Не, вот залупа, конечно, блять. Так, что там, блять, воля никому нихуя, забираю на мишку нахуй. Я 100 нажал. Да? Ну-ка, ну, киньте ролл, кому воля нужна, сейчас погляну. Кому она там нужна вообще? Давакин, Нашка. Релакс. Ну, Давакин мейн, блять. Давакин упадет. Ну да. Этот... Хантофаль сильно поет, воля. Токены, это сам... Ну, значит, что-то забагалось у меня. Токены без ГП просто. Нажимайте 100 там, если надо. Вон квест, на чём уберите. Охуеть, Девакин, я думал, у тебя воля есть, блядь. Ща, ну, погоди. Говорю, шипы будет 20-ку давать. Вот, так, 20-ка. Значит, Max Fire, этот самый Good Game, тебе сильно к спеху эта хуйня? Может, магу дадим? А, да давай, ну ты сказал,
Так, маг и рога, кому с вас отдать, блять? Вы оденете, в смысле, эту хуйню апните там все. Печенька для Т10. УД есть, типа? Так, рога апнет. Я тоже один. Так. Ладно, короче, давай эту роги дам, а следующий выпадет и симагу дам. Так, защитник надо кому-то. Давай кинь, давай тебе в подарок. Так, вот тебе воля. Надеюсь, вы там бьете моба уже. Или нет? А чё вы там не гильдийских обделяете? Так, ну, там один тоха получается. Там только там лог. Ну, ретрику не надо. Был один ретрик, блядь, который его не из-за этого поднимал. Из-за того, что ему волю не давали ролить, блядь. И я бы отдал ретрику, если бы нахуй никому почему не надо. Почему у нас фуги, если у нас есть ребята на замене? Ну, сейчас вот офница кто-то да, возьмем. Притон, мы старались. Да, да, давай. Я пошел дальше, а тут, конечно, петухов этих. Пиздец, посмотрел на сову такой, прирастроился, потом посмотрел на ее шмоты, в принципе, еще ничего продержался, блядь. Ну так, блядь, понятно. Это на воде икону посмотри. Ну шмот там заебись. А какая раса у тебя, кстати, Вадикон? О, ну-ка Вальку давайте бьем. Давайте Вальку переключаемся все. Сейчас я ей первый стан дам. Потом... Вадикон Зандалар. Покастуйте кто-то оковы, Шалфир покастуй оковы Вальку. Ярим Вальку все. Может войско кто-то дал. Просто по КД кастовать оковы? Да, да. Ну, чтобы она когда каст начинала, он собьется оковами. Вторая тварь улетела, ладно, похуй. Сука, улетела, блядь. Возвращается, сейчас сагрип. Да куда ты, сука? Вот, блядь, пидерсия. Она почувствовала. Неладное. Ну, я думаю, пизды дадут, улечим. А, пошли дальше. Я там в уголок, если что, зашел хилы. Парни, я пару минут посмотрю, что там дочь поручится. Давай, давай. Анхоликам вообще, я думал, им там как-то замудренно играть, а им вообще, блин, три кнопки класс. Ну, я реально три кнопки. Из пула вообще одну кнопку 12 раз клацаешь. А потом 1-2-3, 1-2-3. Сейчас ты 4 выбьешь, блядь. Будешь хуя. А я и так 4-4. А, нихуя. Так я вот на этом... Да, на этом КД, короче, купил 2 токена. Тело и плечи за 15. Ну, как говорят, плечи мне не надо. Ну, блин. Ну, а для начала пока хотя бы, чтоб 4-4 было. Так, что там, блядь? Давай вот эту собаку ебанем, блядь. Дайте этим пидорам сало какое-то, чтобы они не кастовали это говно свое. Этим двум белым. После первого каста я сдам. Ставь группу вот на прелесть.
после следующего каста огни с небес. А там набираем. Да, давай. Нормально. Блять, вы как будто собаку не бьете, что-то долго, блять. Давайте допейсти, блять. Псину-то убивайте. Анколик с колбой. Это Сирус, тут ты не такого увидишь. Ленточка. На тебя вонючку убьем. Короче, этот, как оно называется, блять. На первое истребление хулидрин даешь массакру, а на второе инсика. Сготовьтесь захиливать. Так, давай, не люблю щиты гимна хп. Читай. А, нормально захилил. Ну и на второй инсика дашь, и на хп селфир читанешь. Там моба этого ебаного забейте как-то, блядь. Вообще. У меня КД еще 20 секунд. Хуёво, блядь. Блять, ему успокойся, да. Гимны помогли. Сейчас интересный босс в плане хила. Пойду поспать. Этих ловушек души можно сосать? Просто стоит их играть, нет? С ловушек вроде бы да. А можете суммануть? Да. Чем оба добью? А, ну это так как, в принципе, да, с ловушек ты когда вызываешь, с мобов есть лут. Значит, с них души тоже есть. Споры, значит, одна в звезду, одна в кружок, одна под боссом. Всем словить по три споры, смотрите, блядь. Тыкаем на сумон. А там уже тут. Дикона тогда. Так, я первый танчу. Там уже после этой гнили буду забирать. Тут холидринг. Yes. Довакин, фермаг, довакин готов. Там каплю попрошу, короче, за 12 секунд до этой. Да, ядка. Массакра будет холидринка и все. Не, ну или инсика, дашь массакру с мастераурам, и все этого хватит. Тоха, там тебе, по-моему, роль дали, перезайди в канал, сможешь говорить. Да, Вакин, ты где там? Чё? А, нет. Да, Вакин, бля. Так, забрал волю и ухнулся. Че, серьезно? Все, короче, даю отчет. 4, 3, 2, 1. Когда там тебе каплю. Ага. Споры ставим,
Одна в кружке. Хули вы там вдвоем стоите, блядь? Алло, блядь, что, арифметика, блядь, хуевая или что, блядь? Ебать. Кружок, звездочку не видим, блядь. Поставлены метки для кого, блядь? Не две в одну метку, нахуй. Одну спору в кружок, одну звезду, одну под боссом, под ноги. Что может быть непонятного? Так, вот давай, Good Games. То, как там, разнесли, нет? Пойдет. На нормальных типах, когда появляется, вроде нормально разносит. Сейчас, короче, босс третий стак с пола вдохнет и будет по войду больше дамага прилетать. Так что хильте посильнее. Рейду АОЕшки уже не будет, только споры там немножко совсем. Так, два хила блюют. Спора на войде, остальные две звезду, кружок. Вот давай звезду и вторая кружок, вот. Так, ну через 3 секунды давай капну. Все, давай капну. После каста выбирать, да? Да. Так, ну, ставь зубраджин тотем. Не люблю, на ману читай. Собаку еще вызови. Мне 20 секунд. А, ну похуй тогда. А гримзол еще поставь. Ладно, тогда вообще похуй. Где луки, нахуй, вот эти вот? Почему не в Геру не ходят? Или где? Или вчера лука не было? Вчера лука не было. Ну, вчера притон... лука не было, да. На ГМХМ. Притон только под конец появился. А ты, мистер, чё, тебя в четверг не было? Что? Не мог или что-то? Я ж прям расстроился, думаю, чё за хуйня? Бегите туда, на гнилом ставьте шкаф, меня сумнете. Есть осколок? МП5. Руки крит-хат. Ноги с духом СПД хоста. Кому надо шея ебаная? Бесплатно, блять. Инсика, ты гонишь? Нахуя тебе? Ты сказал бесплатно, а у меня с духом. У меня просто шея с духом, а там МП5. Халявщик. Там диссолют, если что, ролил, если не надо, будет ему отдай. Этот. Что это получается? Так, забирай, никому не надо. Штаны обоссанные надо кому-то? Не, ну если никому не нужны, можно электромужика кидать. Да? Я тебе перчи кинул, ну вот эти. Ты про перчи? Не-не-не. Ну при чём? Зачем? Если тебе перчи ломанку не надо, дашь перчи? Я не понял, я кому отдал? Вон я этому дал, как он называется? Стравлонский. Ну про чё вообще не могу понять? Кровь кому-то нужна, есть у кого-то квест? Я запутался, блядь. Стропонский, у тебя есть квест, да?
Я что-то сумона не вижу, блядь, что за хуйня? Ебать, я уже пол коридора пробежалась еще. Ну я на боссе тогда постою. Макс, это дай роль ху у Диси, чтоб разговаривать мог. Да я всем дал роль, то вот сейчас в чате вроде. Так, пишет. Все готовы, да еще? Ему перезайти надо, наверное. Перезаходил вроде. Не может. Сейчас гляну. Так. Может, у него активация, блядь. Кому надо? У. У него роль новичок есть. Может он активации, может он через активацию пытается побазарить. Активация надо. Тоха, тебе надо перезайти просто. И поставить там режим рации. А Тоха это кто? Это Мезол. А. Он в гильдию тоже вступит. Или он в другое? Забери, забери. У него мейн в другой гильдии. А Феном, я не знаю, захочет, не захочет. Тоже хочу эту чарку ебаную, вот этот луч ебаный, чтобы от звездного огня был, нахуй. А я реролльнул, у меня выпала такая же, нахуй, на звездопад вторая, блин. Потом реролльнул и, блядь, 3% хосты, нахуй, в рот ебать. Хорошо, блядь. При мне 3 таких выпадало. Вот это давно реролил. До фикса. Сейчас нету 3% хосты. Да, ну да, там. Повестка на вахтинге дропнулась, блядь. Нихуя. У нас 240 человек с общаги, короче, под ОМОНом, с мусорами, блядь, выводили. Все с повесткой, что ли? Да, короче, приехали с военкомата, с повестками, со всей хуйней, блядь, и позабирали людей. Охуеть. Это где, в каком городе? Инсква. А. Странно, блять. А слышь, а куда это приехали? В Москве, да? Да, в Москве. Взрыв. Ушли с центра на 10 метров. Быстрее. Кто сдохнет, тот пидор. Я понял, нахуй. Понял, блять. Я в Москве работаю, мне позволено таким быть. Шея танковская. Че тут? Жезл. СПД крит хаст. И. Ресница. Запас с духом. СПД крит. Да ебаная сука залупа, блять. Ну почему это какое-то дрочево происходит? Нахуй мне это. Что это за хуйня, блять? Почему так, блять? Кто-то, блять, ассист у кого-то, я ж не могу курить. Что блядь. Сдавайте. Ну-ка. Забери у всех ассистов. Какая-то залупа, нахуй. Ну такого не должно быть, нахуй. Я вот нажимаю, у меня всегда... А, да, точно. Там, скорее всего, права есть у ассистов эту хуйню линковать. Или нет? Нахуй он мне тынь-тынь вот это, блядь. У меня обычно сразу появлялась табличка. Что-то я поменял, что ли, блядь? Ладно, похуй.
Че, квест идем сдавать? Не сдавайте. Подожди. Подожди. Все ждут возле босса. У меня тоже два дебафа, могу сдать первый, остальные сдадут. Так, ну Инсика а... и этот самый, и Ретрик. Кому с вас квест шеф? Работает на весь инст. Да, работает на весь инст. Я посторествовался. Кому с вас шею отдавать, Инсика и... Ну, у меня шмот голимый, типа, ну вот там по чуть-чуть. У меня он 4Т4 прото есть. Ну, типа, мне тебе давать или что? Короче, кидайте ролл, блядь. Ладно. Так, вот шип. Буду танчить потом. Обаешка на холи пала. Метрин. Кому око выпало? Понятно. Суммоните там, блядь, куда-нибудь и к квесту и потом к профу. Пока эту хуету раздаю всю, блядь. О, плечики. Так, это Пау. Может, побьем этот трэш? Там опыт осыпет неплохо. Я понял, и блядь. Попал. Заебись, суммоните и туда, блядь. Охуенно, блядь. Локу жезл паролить. Этот. Ну кидайте ролл на жезл. Ну вот этот маг и выиграл. И по ИП ему отдал. Все равно выиграл. Есть у кого-то это рецепт на хосту камень? Какой рецепт? У меня есть. Ну, на любые щиты. Хотя бы суммоните к профу там, к этим, к дверям, к этим ебаным. Пока я квест даю. Запустите инвент в натуре. Натуре? Натуре. На хосту же, да? Я штаны да. Какие-то выиграл. Так, ну холидринг, я хочу в кукле посидеть, блядь, почилить. Проводишь профан? Хорошо. Значит, блядь. Профан водить, конечно, тоже весело, но в кукле веселее, блядь. Смотришь так на весь рейд. Оп, такой завтыкался. И все, и лужами все залил. У нас минус один. Что-то минус, пацаны. Нужна замена. Но стресс. А, ну вот это самое. Ну тогда надо брать бидона, блядь. Так, чё мы сколько боссов убили? 6, да? Бидон тут? Давай. Чё, у вас кто-то оффнулся? Этот, на стресс ушел. Тогда получается гримзола в этого ДД кинем бидонов хила. У Зубородина вроде лучше добыть так. Я не шарю. Пускай хилит, если хочет. Вот эту хуйню заешьте. Тут бидон. Бидона надо позвать срочно. Так, бидон, где он, блядь? Здесь он нет вообще. А вот он, блядь. Бидон, это, заходи. Пора играть. Бидон. А, вот он, все, сум. Ставьте шкаф, сумоним. Бидона. Так, ну кто слакает там, смотрите там,
лоу дпсеры, там сразу замена уже есть. Так что не ловите пельмени. Что там, вязкая гадость, удушливый газ. Сейчас я добавлю всю эту хуйню себе, я буду смотреть. А то сейчас полетят головы. Так, вязкая гадость. Есть? Удушливый газ тоже есть. Зубраджин, ты где? Он рыбу ловит, чтоб ты поставил. Да вот, ставлю. Вот. Жрите. Зубаржин, ты где? Жрите, а кушайте. Жрите. Садитесь жрать. Что это за, блядь, обращение? Садитесь жрать, пожалуйста. Кушать подано. Зубранжин, ты где? Ну пиздец, бля. Так, все, даю отчет. Где он там? Иди пей, там 5 секунд на эту херню. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамп чумы, который... Там зеленый первый, скорее всего, полетит со скоростью света, потому что, блядь, игрушника нету. Там. Там вроде как холидринг танчит, но можете на пулы ему дать. Да, по холидринку на пулы там, если кто забыл. Ебать, я напьюсь этими лужами, нахуй. Вы переводить будете вообще, нет? Я понял, блядь, еще красный будет. После стана плюнул. Красного поворачивайтесь, РДД, сейчас красного бьем. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Красного бьем все. Макалстер, блять, метамизол, фаермак, нахуй, давакин, блять, с пельменями и три хила, нахуй. Ебать, если вы так будете играть, нахуй, вам нихуя не светит, блять. Сразу вам скажу прямо, блять. Вот, блять, это что, нахуй? Это взрыв колбы, нахуй. Алло, блять. Мистери не знает, Замилика не играл никогда, блять. Вот, этот пельмень никто не словил. Песи. Там просто рядом с боссом было. Да, блять, так отойти надо, значит, от бомб. Вон она, бомба, блять, оранжевая стоит. Вот за нее нельзя находиться, блять. 15-20 метров надо от нее стоять. Играйте посильнее после нее. Choking soon. Ебать, проф, у тебя, конечно, этот красный объем. Колбы вон оранжевые, отходите от них, не стойте с ними. Ну чё, колбы ловят? Давай, значит,
метамизол СС на Стропонского кинь на Ретрика. Рилли СС на Инсику киньте. Когда минутка будет свободная, сделайте. А нет, есть, есть диван. Нету ГП, блядь. Вон бомба. Нет, диван есть, да, нет. Здесь слизня бейте. Я пока не могу прочитать это заклинание. Давайте веселее как-то играть, и где ДПС нахуй? Мелики, в морду битишь, мне лупать колбы. Колба через секунду будет. Как вы стоите, блядь? Куча слизи появляется. А вот красный нормально. Красного зергаем. Да вы, сука, слепые. Не люблю Дисавей, Синсика, Шура, Давакин и Электромурка. Электро, блять, хуй пойми, там дальше не видно. Нахуй вы ловите пельмень. Мы так никогда не убьем, нахуй. Вы что, сука? Ставлю кружок на Вадикона, нахуй. Кто еблан, в кружке бегаем от пельменей, блять. Ёбаный в рот, блять. Ну чё за хуйня? Стоп по боссу, дамаг. Отошли от босса. Слизень зеленый, его сначала убиваем, потом переводить будем. Все словили колбы, блять. Слизня все играем. 1% на боссе. Все слизня, весь рейд быстрее. Ну, блять, пиздец. Ебать. Отбегайте сейчас, не бежать на слизня. Кто там на слизня бежит? Ёбаный в рот, блядь, позор ебаный, блядь. Переводить босса надо. Вы слизня не убили. Переводите босса. Ебаная залупа, нахуй, полная, блядь. Лужу, лужу, Слава. А хули лужа? Сейчас кукла исчезнет, блядь. Мне еще плюнуть в этого пидора надо. Так, ну Гримзол встал. Шура. Электромурка, Шуру реснишь. Давайте Геру фулл ДПС в красного. Вот сейчас челик не убежит. В морду бить. Все, все, пизда нахуй. Ложитесь нахуй. Диван на тебе, Войт. Короче, блядь, вот румынские разведчики, блядь, вот вы сюда пришли ебалом торговать или что, нахуй? Хилы втроем ловите эту хуйню. Стоите в залупе в какой-то, блядь. Что, метки начинать расставлять? Куда вам отлетать от зеленого слизня, блядь? Ну, прежде чем орать, вот послушай меня сюда внимательно. Когда вот ты стоишь под красной колбой, подожди, сейчас я говорю уже. Когда ты стоишь под красной колбой и поднимаешь камеру вверх, чтобы добить зеленого слизня, ты просто пельмени физически не видишь их. Это вот поймали, это вот я вот в этой зоне стоял, кто там стоял, также могли их поймать, потому что камера на максимальную дальность. А ты милик, ты так говоришь? Не-не-не, я не милик, я этот, РДДшник. Ты за РДДшника пельмени увидел, что ли, или что? Вот здесь вот, когда стоишь, ты поднимаешь, короче, камеру, пельменя за колбой не видно. Что он в тебя летит, короче, когда ты стоишь в зеленого свечишься. Все понятно. И все понятно. Можешь, ты поднимаешь камеру. Все, можете ничего не говорить. Сейчас все, я, блядь, вам скажу, что делать, нахуй. Все смотрим на кружок, на Вадикона, блядь, и ходим за ним, нахуй. Как называется вот этот... Паровозиком. Как за пастырем овцы ходят, вот так вот ходим. Вот он куда побежал, вы туда же побежите, блядь, и тогда вы не словите пельмени. Стоит рейд в звезде, это первое. Не в какой-то залупе. Колбы уносишь, ставишь в кружок. Не куда-то там в дверь, куда-то в хуйню. Зеленый выливается в треугольники, милики. Вас водит хаджика, нахуй. Вот тебе хаджика, треугольник, блядь. Ты водишь миликов. Как ты бьешь? Ты встаешь и бьешь спиной к звезде. Отлетаешь, блядь. Ставьте шкаф быстрее, сумоньте людей. Отлетаешь к звезде. Первый раз вас откинуло, вы стоите и ждете, пока слизень выберет цель. РДД бьют, милики стоят в звезде вот так. Слизень выбирает цель, идете бить. Все, второй раз вы отлетаете к стене, там уже слизень будет добит. Колбы, нахуй. Ну, не дай бог, сейчас будет вайп, открываю полученный урон, все будете ГП лутать, блядь. Кто ловит удушливый газ,
От колб, объясняю, блядь, вот колба появилась, вот в треугольнике, допустим, колба стоит. Вот эта колбочка оранжевая, такая в оранжевом говне. На каком рендже надо отходиться, чтобы не получить взрыв? На вот таком рендже, блядь. Вот, 15 метров, нахуй. Вот тут вы не получите взрыв. Касается РДД и миликов, блядь, всех. Хилы, нахуй. Два приста, нахуй. Инсика, нахуй. То же самое, на кружок смотрим, блядь, и не ловим пельмени. Будьте пельмени ловить... Повъебываю ГП, сейчас не дай бог вайп будет. Можно вопрос задать? Нет. Понял. Принимайте готовность. Можно каску поварить? Каски дайте. Там Ретрик должен каски раздать. Наджика готов? Да-да. Сейчас, блядь, даю отчет. Касок нет до сих пор под рулем. Ну, там ретрик дают, если не ошибаюсь. Ну да. Ну, пускай дает. Ты дал ретрик всем каски? Или еще на ком-то нету? Долго вы это все делаете, блядь, пиздец. Вот сейчас вы профа в зеленого ставите и готовитесь бить с миликами зеленого слизня. Спиной к звезде стоите, блядь. Все, переводите, там похуй, вылиться, не вылиться. 0,5%, все успели. Да и похуй. К столу бегите сейчас, милики, возле стола профа бить будете. РДД красного сразу начинаем. Как красный выберет цель, милики, по это идем помогаем. Пельмени начинают с этой фазы лететь. Вот первый пельмени, 7 секунд. Смотрим на кружок, блядь, хилы и РДД все. Пельмени вон летят возле красного. Вот колба появилась. Так, где там кружок стоит? Вот, смотрите, как кружок стоит. Подальше еще можете стать метров на 10 назад, чтобы не словить. Пельмени дольше до вас будут лететь. Сейчас будет зеленый. Готовимся. Колба через 7 секунд. Вот. От босса уже можно отойти. Как колба появится, можно подводить к зеленому. Будет выливаться, слизить. Колба 2 секунды, блядь. Ну, это хулидринг, в принципе, видит таймер. Милики вас тоже касается. Вы уходите от профа. Вот он вызывает. Поставил колбы. Надеюсь, вы там взрыв не получите, блядь. Это зеленого бьем. Радикон пельмени наслыл, что ли? Нихуя себе. Мы все кучу промали. Ну от профа подальше стойте. Вон колба. Он зеленого летел просто. Инсика словил, блядь. Ты профа отводи в кружок туда, потому что пельмень быстрее до людей летит. Красного бейте. Беги, 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 беги! Кто это был, блядь? Сука, не люблю щиты, ты долбоёб. Да ёбаный в рот, говно ебаное, блядь. Тут просто прям вот можно там соточки. 4, блядь. Короче, кто, где там замена, блядь?
там DC у нас. Где этот Килия? В игре вообще. Так, ну давай этот самый мистери чилить ДПС маленький, но я Килию возьмем. Там где там Биг Дэм, блять? Не люблю ты тут? Да. Ну а хули ты, блять, стоишь с красным, блять? Сколько играю впервые, на меня эта хрень упала. Сколько ты играешь-то, блядь? Месяц, что ли? Да нет, ну вот сколько ходил, ссылка, ни разу эта хрень на меня не упала. А то, что люди делают по КД, блядь, тебе похуй, да? То, что они бегают. Просто так, наверное, долбоёбы, да? Бегают, нахуй. С красным, блядь. Ну, я даже не видел. Ну, так как, блядь, нихуя себе, а как ты играешь? Ну, блядь. Пойду посу, блядь. Я понял, нахуй. Я даже не видел, блядь. Вот это поворот. Что ты вообще видишь тогда, блядь? Вот как? Как нахуй быть своим пельменем, вы не видите, вы нихуя не видите, а что делать, блядь, как убивать нахуй с вами? Пиздец, блядь. Какой хм, блядь, ясен. Долго так печатать? Где он там, блядь? 270к, блядь, 40, да. Ставлю рыбу. Ставьте шкаф с умным Килио. Фулбаф, давайте все тут. Кольдринг. Кольдринг тут. Кулаки там быстрее сюда, давайте. Он по идее дает кулаки. Кольдринг, прием. Ты где там?